Артем Ващеленко, голова експертно-громадської ради Миколаєва та Української асоціації центрів підтримки бізнесу, знає все, що стосується питань економіки, фінансів та бізнесу. Доброго ранку, дякую, що так раненько до нас долучилися. Будемо вас, оце все, що ви знаєте, сьогодні вас будемо і розпитувати. Ну, навірно, ми за 10 хвилин ефіру все, що можна розказати, не вийде. Ну, давайте спробуємо нашим зрителям розказати саме цікавиться, так, те, чим найбільше цікавиться. Взагалі, які хобі найбільший прибуток може дати? Що найпопулярніше сьогодні? Смотрите, значит, ну, в любом случае, каждое наше увлечение, да, то есть вот мы с вами перед эфиром говорили, то есть что-то можно то, что сделать своими руками. Ну, безусловно, сегодня глобальный тренд во всем мире в том, что учитывая, что очень много вещей сегодня производится промышленным способом, их все больше и больше, то безусловно, спрос на вещи индивидуальные, вещи, которые, ну, скажем так, несут в себе, да, внесут в себе какую-то частичку души автора, на них, безусловно, есть очень большой спрос. И, скажем так, по общим оценкам, этот спрос гораздо выше даже в странах Европы, Азии, Соединенных Штатах, чем пока что в Украине. Хотя, как бы, мы тоже за этой тенденцией следуем. Поэтому, ну, часто вот так получается, что очень многие начинающие бизнесы как раз начинаются из тех увлечений, которые человек, скажем так, вот занимался и не думал над тем, чтобы на этом зарабатывать. Так, ну це те, що майстрів стосується. А якщо от людина кожного ранку прокидається, заварює собі каву, і кожного ранку думає, моя кава найкраща, можливо, можна відкрити маленьку кав'ярню. Ну, смотрите, поэтому большинство вот таких вот успешных бизнесов, они действительно начинались с каких-то увлечений, и здесь этот самый лучший вариант. Потому что когда человек, принимая решение пойти в бизнес, берется за то, в чем не разбирается, конечно, тут вероятность провала гораздо выше. В принципе, общая статистика такова, что 70% новых бизнесов в течение первого года погибают. И, наверное, правильно было бы сразу же нашим зрителям посоветовать тем, кто задумывается о том, чтобы открыть свое дело. В первую очередь, прежде чем стартовать, конечно, нужно очень четко спланировать, посчитать свою идею. Чи варто воно то, так? Абсолютно верно. И уже после этого, и речь не идет о том, что да, вас, там, ваш бизнес может потребовать каких-то крупных капитальных вложений, каких-то больших денег. В первую очередь, это ваше время. Ну, а як зрозуміти, що ця ідея буде провальна? Тут себе хвалиш, і хтось хвалить, і розповідає, що таки, так все гарно, а врешті-решт... Ну, во-первых, давайте так. Когда вы анализируете, вот я хотел бы заниматься этим, да? Ну, посмотрите, а что происходит вокруг? А кто-то еще этим занимается? Может быть, кто-то продает что-то аналогичное или предоставляет там некую похожую услугу. На самом деле, сегодня с развитием цифровых технологий, вы сегодня вот с утра в эфире говорили о социальных сетях, да. Значит, фактически очень большая часть предоставления товаров и услуг уходит в онлайн. Поэтому на таких крупных маркетплейсах, торговых площадках, как Prom.ua и OLX, вы, безусловно, можете посмотреть, во-первых, аналоги, если мы говорим, да, о каком-то хендмейде, о каких-то индивидуальных изделиях. Вот, то есть вы всегда можете посмотреть, что там происходит. Это с одной стороны. С другой стороны, вы можете уже пробовать на этих площадках реализовывать, может быть, какие-то первые, скажем так, первые образцы своей продукции, своего творчества. Это гораздо дешевле. И, ну, собственно говоря, говоря об этом, нельзя не сказать в целом о цифровом маркетинге, о тех инструментах, которые позволяют осуществлять продажи в онлайне. Вот, поэтому, используя, безусловно, те же социальные сети и другие инструменты продвижения. То есть сегодня это, в принципе, глобальный тренд. Что бы вы ни начали делать, у вас больше шансов найти покупателя и найти более широкий рынок, чем если вы будете заниматься физической продажей там, где-то в розничной точке. Хотя, безусловно, это не универсальная модель. Угу. Ну, от дивіться, от, наприклад, я почала робити якісь брелочки, так? Продавати їх в інтернеті. Ну, там 5-10 гривень. Чи потрібно цей бізнес уже маленький десь узаконювати? Чи це ще дуже рано? Ну, смотрите, значит, 10 брелочков – это...
Це ще не бізнес. Пока що, так? Да, пока що не бізнес, це поки що от такі от ваші пробні шаги. Я би вас предостерег от того от образу мислі, який ви тільки що продемонстрували, узаконить. Угу. Давайте говорити о том, що якщо ми з вами займаємося бізнесом, ми повинні займатися їм законним з самого початку. Узаконить, это мы как будто вначале что-то там делали, да? Uh-huh. А потом, ну ладно, давайте узаконим. Значит, безусловно, регистрироваться как частный предприниматель, либо создавать свое предприятие, имеет смысл уже тогда, когда вы действительно ответственно просчитали свой бизнес-проект, когда вы понимаете, что даже ваше вот маленькое производство, оно вам позволит генерировать достаточный доход, который будет вам интересен, который позволит вам содержать себя там, или, скажем так, покрывать какую-то часть ваших там, традиционных затрат, какую-то часть вашего семейного бюджета. Вот. Но, тем не менее, он уже стоит того, чтобы, скажем так, его запускать как полноценный отдельный проект. Поэтому, когда вы это понимаете, вы можете примерно оценить те финансовые обороты, которые у вас будут. Исходя из этого, вы поймете, в какая может быть организационно-правовая форма вам понадобится. Достаточно быть физическим лицом предпринимателем, либо уже потребуется создание там, общества с ограниченной ответственностью и так далее. Поэтому однозначно, принимая решение идти все-таки в бизнес, конечно, нужно делать это законно. Ну, але не після 10 брелочків. Ні, ну 10 брелочків, я так розумію, у нас з вами був такий небольшой примір. Ну, раптом ну, хтось подивиться, подумає, так, а у мене щось виходить, я подивився. Или ви вже все-таки задумуєтесь, щоб немножко не роботу на телевидении разнообразить і, опять же, це канал продвіження. Зрозуміло. Так, а ось, наприклад, я чула, що піти в бізнес легко, а от вийти з нього набагато важче. Ну, опять-таки, что мы понимаем под понятием «выйти из бизнеса»? Безусловно, если ваш проект не удался, то ну, вы прекращаете свою хозяйственную деятельность. Сегодня прекратить работу физического лица предпринимателя – это абсолютно легко, mm-hmm. это вы подаете заявление, это очень простая сегодня процедура. И, в принципе, Украина – одна из стран, где для физических лиц предпринимателей условия созданы достаточно неплохие. Опять же, та же система единого налога, которая, в принципе, достаточно успешно работает, позволяет, в принципе, без лишних, скажем так, потерь вам остановить предпринимательскую деятельность. Угу. А чи є якісь молодіжні програми, які допомогли от, на старті? Ну, смотрите, дело в том, что когда мы говорим о молодежных программах, да, мы подразумеваем, что есть некие инструменты, которые там, вот, нам, как начинающим предпринимателям, да, должны помочь. Ну, первое, что всегда необходимо, и почему вот можно все-таки вот избежать вот тех ошибок, да, которые 70% совершают, конечно, это в первую очередь доступ к знаниям. К сожалению, ни на городском, ни на областном уровне подобных образовательных программ сейчас нет. В свое время в Николаеве, город свободного предпринимательства, работала такая концепция. Была у нас 13 лет в Николаеве работала программа «Учимся бизнесу», вот как раз для таких начинающих предпринимателей. Но, к сожалению, эта программа была закрыта депутатами городского совета. Наверное, они считают, что это не нужно нашим горожанам. Вот. Но, тем не менее, можно обратиться в организации, такие как Центры поддержки бизнеса. И сегодня вот я в Украине возглавляю ассоциацию Центров поддержки бизнеса. Практически в каждом регионе, в каждом областном центре так точно, во многих небольших городах есть подобные организации, которые как раз и предоставляют консультацию для начинающих предпринимателей, которые могут научить, помочь, в первую очередь, вот этим вот багажом знаний, который необходим для более успешного старта бизнеса. С какими питаниями найчастіше до вас звертаються? Такі, що вам здається, вони примітивні, але люди все ж таки не розуміють. Ну, ви знаєте, ми ніколи не даємо оцінку тим питанням, тому що люди цікавляться тим, що для них найбільш актуально в цей момент. Тому всі питання актуальні. Чаще всього, безусловно, це питання зв'язані з налогообложенням. Угу. То есть, ну, это, знаете, как это хороший знак. То есть люди, которые сегодня идут в бизнес, уже понимают, да, свою социальную ответственность, потому что фактически мы бизнес, мы кормим фактически всю страну. То есть на наши деньги, на наши налоговые отчисления существует все, от обороны до здравоохранения. Вот так вот, люди. Чуете? Поэтому, да, поэтому, принимая решение идти в бизнес, понимаете, что вы делаете ответственный, важный, серьезный и хороший для страны шаг.
Добре, може маленьку якусь коротеньку пораду для тих, хто от хотів би розпочати якийсь бізнес. Ну, опять-таки, наверное, повторюсь, все-таки первое, с чего стоит так начать. Так, пиццу мог у нас. Да, первое, с чего стоит начать. Первое, занимайтесь тем, что вы уже знаете, то, в чем вы разбираетесь. Либо это часть вашего увлечения, либо это ваши профессиональные знания, которыми вы владеете. Обязательно свою идею посчитайте. Поймите, кто ваши покупатели потенциальные, кто потребители ваших товаров и услуг, сколько это стоит, сколько денег вы вообще сможете здесь зарабатывать. Тогда вы сможете увидеть фактически свой бизнес и понять, а сколько нужно туда вложить, опять-таки, либо это время и силы, либо, возможно, это денежные средства, но, тем не менее, это то, что позволит, скажем так, вот впервые провернуть вот это вот колесо і далі успішно двигатися. Так. Подумайте, варто чи не варто, можливо, все ж таки хобі залишити як хобі, отримувати від нього задоволення, наскільки я розуміла, мої 10 брелочків так залишаться, мабуть, при мені. Ну, а чому? Ваші оригінальні 10 брелочків вполне можуть стати стартом замечательного проєкту. Я подумаю над вашою пропозицією, у мене поки їх немає, але я їх обов'язково вже сьогодні зроблю. Ну, над брелочками ви вже почали задумуватися. Задумалась. Дякую, що сьогодні до нас так рано завітали. Нагадую нашим глядачам, що в нашій студії був Артем Василенко, голова Української асоціації центрів підтримки бізнесу.